МГУ имени Огарёва не раз подтверждал статус Национального исследовательского университета. Здесь не просто изучаются самые серьезные и злободневные проблемы современности, но и делается все для их решения. Во многом этому способствует проведение всероссийских конференций по медицинской тематике, в частности, посвященных патологиям органов пищеварения самых разных категорий пациентов. Знаковой в этом отношении стала всероссийская конференция «Актуальные вопросы гастроэнтерологии» и выездной пленум научного общества гастроэнтерологов России «Диагностика и лечение болезней органов пищеварительной системы у беременных. Патология гестационного периода и здоровья плода». Примечательно, что сегодня впервые вообще в России мы рассматриваем проблему патологии органов пищеварения у беременных. Это не так часто встречающаяся тема, но она очень актуальна, потому что до настоящего времени крайне мало работ, посвященных тому, насколько эта патология, патология печени, патология желудочно-кишечного тракта влияет на здоровье плода и в последующем новорожденного. А ведь именно эти моменты определяют в последующем здоровье молодых людей, здоровье нации. На конференции собрались ведущие специалисты страны в области гастроэнтерологии. Почетным гостем мероприятия стал президент научного общества гастроэнтерологов России. Это наш повторный приезд в Саранск. Первый раз мы были здесь 10 лет назад. А пленум научного общества гастроэнтерологов, который мы здесь проводим, посвящен нашей... Мы вместе вообще думали об этом и поняли, что нам надо начинать говорить, уже пора, о здоровье матери, как предикте здоровья следующего поколения. В ходе конференции медики выступали с докладами, обменивались мнениями, дискутировали, делились опытом. Я очень многому учусь у своих коллег, потому что все знать невозможно. Мы обмениваемся мнениями, и у нас рождается совместное какое-то решение. Ну, в чем-то более опытен я, в чем-то более опытны мои коллеги. Мне доставляет большое удовольствие и радость общаться с моими коллегами, которые не живут в Москве, но мы равны совершенно. Так как перед республикой поставлена задача продлевать активное долголетие, то чтобы достичь результата, нужно начать с самого раннего этапа и обратиться к здоровью матери и ребенка. Результатом конференции станут методические рекомендации по ведению беременных с патологией органов пищеварения, а также других категорий пациентов.